28 октября. Заключительная ревизия. Проверим, остались ли у нас пчелы. Так. Пчел нету. Мед есть. Блестит незапечатанный. Конечно, откуда они его наносили, не знаю. Следующее. Пчел нет. Мед блестит, пирога есть. Это запечатанный. И нет. С этой стороны то же самое. Но пчел, главное, что нет. На следующей рамке пчелы, конечно, есть. Мед есть, но я ее уберу. Попробую посильнее зажать на меду, чтобы они мне в январе на Кавказе не начали сеять. Хотя вот на таких рамках у меня зимовало, хватало. Ну, тоже на Кавказе. Теперь легче брать рамки хоть. Так, это вот вторая рамка с пчелой у меня. Здесь тоже есть, вот. Это у меня матки от подарочных с номерками. Подарочная маточка у меня была. Тот, кто подарил, сам знает. Ну вот, как бы я доволен их ней работой, хотя бы хоть как-то они семьи нарастили. Вот это вот вторая рамка. Ну, это тоже в зиму не буду оставлять. Вот пыльцу даже пооставляли здесь. Эту оставляю. Вторая рамка с пчелой. Это все отводки этого года. Значит, когда я сюда маток подсадил? В июле. Да, это тоже не возьму рамку. Сейчас выключу. Третья рамка из этой же семьи, вот с такой обсидкой. Это как-то маловато. Маловастенько будет. Ну, это уже не пчелы. Здесь еще хоть как-то. Я сейчас покажу. Здесь немножко есть. Если четыре вот таких рамки, таких, это, я думаю, будет пчел, будет. Куда деваются пчелы? Наверное, на вот этот мед, которого не было в августе месяце, 10, наверное, августа. Этого меда вообще не было. Я не думаю, что с 6 литров сиропа они так залились. Ну, хоть в пересчете, если что, вот на этой рамке сколько тут пчелы? Ну, пол рамки нет. Вот одна с пчелой, вторая с пчелой. Здесь пол рамки нету. Значит, две — это рамка. Ну и там, ну сколько здесь можно дать? Вот эти, вот это и вот это, даже если рамка, то это у меня будет три рамки пчелы. Ну, там еще немножко есть. Ну, три рамки пчелы, все, больше не будет. Кошмарики. Сейчас пересадим вот эту семейку, сидящую на шести рамках, но тут посадим ее на четыре. Убрали этот улик. Принесли на это место другой улик с четырехрамочной семьей, сидящей уже. И литок должен быть внизу, потому что эта семья летала вниз. Вдруг, если потепление, пчелка полетит вниз, и сейчас полетит вниз свой улик. А этот литок мы закроем, и пусть он закрытый. Крайняя рамка снаружи. Вторая рамка с пятачком расплода. Сейчас мы ее уберем, потом вы. Матка меченая, прошлогодняя, моя.
Видите, пятаки расплодят. Пятая рамка, пчелы уже намного меньше. Ну а тут практически нет. Даже по рамке с языком видно, что эта семья была мощная, работоспособная. Это самая последняя рамка. То есть пчелы где-то, ну, рамки 3 от силы наберется, плотно обсижены. Вот до чего, как говорится, дошли семьи, которые носили. Ну вот, друзья, расплод. Пчелка вышла чистая, серенькая. И на другой рамке пятак расплода вот ходит серенькая пчелка, без клеща. Ну все, пчелки пусть собираются, опускаются вниз от холода, а мы пойдем также. Вот она сидит на двух рамках. Сейчас пересадим какой-то улик и подсилим ее. Вот это осталась матка бакваста отводок. Осталось пол рамки пчелы. Сейчас мы ее подсадим. Сейчас эти две рамки мы поставим крайними. Вот, в принципе, две рамки хорошей пчелы. Если рассредоточится сейчас пчела, матку не ищу. Здесь матка прошлогодняя, поворинская. И подсажу бакваста вот те полрамки сюда. Как раз получится три рамки хорошей пчелы. Все, положил газету на две рамки. И литок этой семейки, которую на полрамки подсажу сюда с пчелой, она из литка не выйдет, потому что перекрыл газетой. Вдруг потеплеет, она все равно не вылетит. Самая сильная семья осенью. Отводок объединенный с семьей. Матки пропали, вы помните. Расплода не было, подсадил плодную матку. Сейчас мы ее разберем и посмотрим. Это будет ответ тот, кто ратует за обсидка сверху матки. Не смотрел уже недели две. Шестая рамка. С обоих сторон. Одна шестая рамочки пчелы может быть. Седьмая рамка такая же точная с той стороны пчела. С краю роют медовые норы. И здесь также. Но тут пчелы практически нет, как говорил Володя Курил. С этих трех рамок может наберется. Пятая рамка, центр гнезда. Ну это вот на этой рамке также. Вот она ходит матка. Седьмая рамка. Ну, может, одна, четвертая. И на восьмой рамке пчелы практически нет. То есть вот ответ изолировщикам маток. В конце сентября, где-то в середине, расплода не было. Пропали матки. Или даже в конце августа, я не помню, надо посмотреть по роликам. Пропали матки и в семье, и в отводке. Я их объединил, то есть было рамок 5-6 пчелы в отводке, рамок 8 было в семье, то есть было рамок 15-12 пчелы. Я их объединил, в конечном итоге они не облетелись, матки бегали молодые, неплодные, вы видели. Я их уничтожил и подсадил им плодную маточку с отводка. Итого было, ну пусть говорю, 12, ну пусть 10 рамок пчелы. Осталось 4 рамки пчелы, и расплода здесь нет и не было уже месяца, наверное, 2. Кого изолировать, зачем изолировать, если они и так у нас пропадают без изоляции. Вот результат безрасплодного существования двухмесячного двух объединенных семей, отводка и семьи. Друзья, струсил ее на 5 рамок. Сейчас в течение там суток-двое она постоит. Пчелы плотно соберутся, вот должно быть похолодание. Я одну рамку крайнюю заберу и подставлю слабенькую семью, которая сидит на трех улочках. А эти 4 рамки с плотно обсиженной пчелой и маткой посажу в 4-рамочный улей. Вот вся изоляция. Должно быть было, как говорят, 10-12 битком рамок пчелы. А ее нетути. Не было расплода 2 месяца. Никто ничего не кормил, не выращивал. Пчелы должны быть были все целые, но их нет. Вот подсказывайте, рассказывайте дальше. Что надо было делать? Подсолнечный мед можно нагреть и качать. А говорят, кто-то уже закристаллизовался. Вот, пожалуйста.